Здравствуйте, девочки и мальчики! Сегодня наша суббота. Сейчас мы едем на пароходике, и я встречу много-много вас, много подписчиков. И если именно вас там не будет, то вы будете с нами мысленно. Я одела сегодня то украшение, которое мне Любочка подарила. Одела оранжевую рубашку, черные брюки с оранжевым рисунком. Сейчас покажу вам. Такие вот брюки. Ой, не знаю. Видно, не видно. В общем, вот такие. Оделась я вот так. У меня маечка и рубашка от Ralph Lauren в виде пиджачка. И что я хочу вам сказать. Я сдала свое леопардовое платье, потому что многие написали, что оно у меня старит, полнит. И я подумала, действительно, и вообще леопардового у меня уже много. Я его сдала обратно. Поэтому вот у меня была новая рубашка льняная, оранжевая. И думаю, одену-ка я сегодня яркая, оранжевая. Поэтому мы едем гулять, и я очень excited, очень-очень рада тому, что настал этот долгожданный день. Увидимся там, и видео с нашего дня рождения будет, возможно, дня через два, может, на следующий день, я даже не знаю. Поэтому, кстати, спасибо вам за ваши комментарии. Когда мы открывали шампанское, было действительно страшно, смешно и, наверное, глупо. Поэтому всем вам спасибо. Все, пока!